Напомним, что 19 мая 2020 года экс-чиновник был задержан. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По данным регионального ФСБ, Виктор Тараканов вымогал взятку в 200 тысяч рублей у местного предпринимателя за оказание содействия в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе следствия установлено, что в 2017 году он получил взятку в сумме более 26 тысяч рублей за ремонт личного автомобиля. В 2020 году он получил взятку в значительном размере в сумме более 28 тысяч рублей. Ранее СМИ сообщали, что с целью исполнения приговора суда на имущество экс-чиновника и его супруги наложен арест на общую сумму более 4,5 миллионов рублей. Как сообщили в областной прокуратуре, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Ясненский районный суд для рассмотрения по существу. Юлия Тюшевская, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.